Всех приветствую, дорогие зрители моего канала. В этом видеоролике я снял очень крутую превьюшку. Вот. На самом деле это был один из моих сложных заказов. Вот верите, нет, но заказ невероятно был сложный. Сейчас объясню почему. С вас по лайку, а мы приступаем переходить в сам любимый фотошопчик. Итак, почему было сложно ее делать, я рассказываю. Во-первых, клиент был достаточно очень невероятно перфекционист. Вот, он просил сделать все прям в идеале. Столько попыток было переделать. Вот то, что вы сейчас видите, я добавляю, это готовые детали, которые мы с ним обговаривали. Даже текст очень долго, прям невероятно долго. Мне пришлось его уговаривать, что текст достаточно хороший. Опять же, бывают такие клиенты у меня достаточно редко, но все же бывают. Вот. Первым делом я начал собирать композицию тут на видосике, вот, чтобы вам все это показать. Где стоят у меня машинки? Они у меня стоят вот на таких вот цилиндрах. Почему именно так? Сначала мне клиент сделал такую зарисовку небольшую, как все должно выглядеть. Я перебрал много вариантов, но такой вариант ему понравился больше всего. Я заранее подготовил все модели и отправил ему. Он сказал окей, вот. Сразу к слову хочу добавить, обычно я делаю превьюшки в районе 30 минут, 30-20 минут. Вот, но это превью вышло, ну, в районе полтора, может, час, короче, грубо говоря, час-полтора, это уже перегиб. Вот. Почему в два раза больше? Да потому что очень много моментов пришлось исправлять, то есть пришлось дорабатывать и отправлять лично ему как текст, как вот эти вот машины, готовые элементы, все дела. Вот. Как же по классике, то есть, видите, без дыма никуда не пошло. То есть я дым добавляю как обычно. Дым — это очень важная штука, которая детализирует. Также контурный свет. С контурным светом я старался, ну, прям нереально аккуратно его делать, для того, чтобы клиент принял заказ, а то, опять же, докапывался бы до мелочей. Вот, он на неделю у меня заказал уже достаточно много превьюшек, я их тоже скоро все выложу. Вот, но клиент достаточно мутный. В принципе, я не очень хочу дальше с ним продолжать работать, так как у меня очень сильно стопятся видеоролики из-за него. То есть такой вот подрыв случается. То есть я не могу в деталях вам рассказать, объяснить, как вот все собирал. То есть порядок выполнения у меня уже срывается. Ну, к примеру, текст уже готов полностью, так же и некоторые элементы, они полностью готовы. То есть вот, соответственно, сокращается длительность видеоролика. Мне это не очень нравится, так как я хочу донести полную информацию, чтобы зрители моего канала, а это начинающие дизайнеры, могли пробовать то же самое собирать вместе со мной. Вот, они это запоминают, ну, именно вы, которые сейчас прямо смотрите. И потом также добавляете это все в свои работы. По сути, могу сказать одно. Работа, я сам лично доволен. Да, она получилась долгая, но я ей доволен. Не зря же я тратил целый час на нее. Вот. Были, конечно, много нюансов, то есть я уже под конец работы не понимал, правильно ли я делаю или нет, вот. Но мне достаточно было того, что некоторые этапы он одобрил, то есть как бы оставляем их. Мне не приходилось бы их переделывать. Я сейчас совершенно не выспавшийся озвучиваю этот видеоролик. Надеюсь, вы реально поддержите меня лайком, ведь я очень сильно для вас стараюсь. Я снял уже массу крутых роликов по превью, по артам, по шапкам, по аватаркам, да в принципе по всему. Но пока что мои просмотры достигают не больше 100. И лайки, в принципе, с моих аккаунтов только. Ну, блин, пацаны, давайте как-нибудь уже поддержим мой ролик, мой канал вообще в целом поддерживайте, потому что я стараюсь только для вас. Я всегда сливаю работы, все свои работы сливаю, ну, верите, нет, но я сливаю все, что делаю. Для того, чтобы вы могли тренироваться, то есть для того, чтобы у вас появилась такая вот мотивация идти дальше, идти вперед. Я даю вам свои материалы, я как бы готовлю вас как очень крутых дизайнеров, для того, чтобы развивать как бы поколение, по сути. Вот, данная превьюшка, теперь перейдем, в принципе, к превью. Я тут делаю финальную такую цветокоррекцию, все по классике, никаких трудностей в этом нету. Если у вас будут какие-то вопросы, то есть я уверен, они у вас будут, напишите в комментариях, пожалуйста, у меня очень большая к вам просьба. Я вам реально объясню, что к чему, то есть моя задача — вас научить. Я не делаю просто как некоторые ради популярности, ради того, чтобы с вас бабло зарабатывать. Нет, я такого не делаю. В общем, вы меня услышали. Кто что не понял, пишите в комментариях, постараюсь объяснить каждому, что, зачем, почему я, какие действия выполняю, вот. Как-то так. На этом как бы все.
С вами был ProGamer. Всем до новых встреч, дорогие друзья. Увидимся в следующих видеороликах. Всем пока!